По словам генерального директора Юрия Кукузенко, по совместительству художественного руководителя донецкого цирка «Космос», даже в мирное время было сложно заполучить на гастроли номера в исполнении джигитов. Марка Большого московского цирка на проспекте Вернадского – это уже торговая марка. Хотя к артистам это слово «торговая марка» не очень подходит, но зрители понимают, о чем я говорю. Это уже гарантия высокого качества. Последний раз осетинские джигиты посещали наш цирк в 2009 году. Несмотря ни на что, они сумели добраться до нас и провести увлекательное и завораживающее шоу. Но также на сцене цирка «Космос» выступали и наши местные артисты. Это и воздушные гимнасты, ошеломляющие своими сложными и эффектными трюками в воздухе. Выступление гимнастки с обручем, в котором она продемонстрировала весь класс данного стиля. Выступление в оригинальном стиле представителя Луганска Рафаэля Кирашова. Ну и как же в цирке без клоуна, роль которого замечательная. Исполнил макеевчанин Петр Гробовский. Хотелось также отметить дебют нескольких юных артистов, которые, несмотря ни на что, справились с волнением. Показали замечательные номера, за что были награждены самым главным призом для любого артиста – аплодисментами. Это выступление Яны Назаровой, донецкой воспитанницы. Помимо Яны, второе отделение открывал совершенно юный артист. В седьмом поколении цирковой династии Танделовых Артур Танделов. Очень сложным номером на канате. Джигитская дружина из Южной Осетии, по словам ее руководителя Олега Танделова, с удовольствием откликнулась на приглашение от директора донецкого цирка. Приехали по приглашению директора цирка Юрия Николаевича Кукузенко, мною уважаемого человека. Я до этого работал здесь в 2009 году, ну прошло уже 6 лет, вот, и согласился, ну как бы порадовать донецкий зритель, детей. Изюминкой всего выступления стала ее концовка, в которой осетины на лошадях рассекали по кругу арены, демонстрируя различные сложные трюки на скаку. Юрий Кукузенко, генеральный директор донецкого цирка «Космос», отметил тот факт, что расшевелить юного зрителя намного сложнее, нежели взрослого. В данном представлении именно дети являлись подавляющей частью публики. Все почему-то думают, кто не сталкивался с нашей спецификой, что дети аплодируют всему. Отнюдь нет. Если им не нравится, они будут шуметь, они будут гудеть. Они злыми не будут. Они не будут там кричать, бросаться помидорами или что-то там грубое говорить. Но они будут просто безразличными. Вот. И поверьте мне, расшевелить детского зрителя еще сложнее, чем взрослого. Гораздо сложнее. Данное представление понравилось в первую очередь детям. А когда в завершении представления осетинский наездник с Артуром Танделовым на плечах, рассекая главную арену на своем верном коне, развернули флаги России и Донецкой Народной Республики, это окончательно взорвало зал бурными аплодисментами. Сергей Михайлов, Алина Боярская, Новороссия ТВ.